Делегация украинских бизнесменов, посетившая нашу страну, прибыла в Самарканд и приняла участие в бизнес-форуме с местными предпринимателями. В мероприятии приняли участие первый заместитель хакима Самаркандской области Джамшид Ураков, заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, президент торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков, сопредседатель узбекско-украинского делового совета Олег Ревчук и многие другие. На церемонии открытия отмечено, что торгово-экономическое сотрудничество между Узбекистаном и Украиной с каждым годом расширяется. Джамшид Ураков рассказал о потенциале Самаркандской области, существующих возможностях и сотрудничестве с Украиной. Здесь есть предприятия, которые занимаются переработкой аграрной продукции. Здесь есть предприятия, которые разработают в точном машиностроении. Есть и предприятия, которые производят такую серьезную технику, как турбоатомы. И предприятия, которые занимаются туризмом. Предприятия, которые занимаются с новейшими технологиями IT. То есть это как раз показывает о том, что для Украины и Узбекистана есть большие возможности сотрудничать в разных направлениях. Но одним из важнейших направлений для нашего бизнеса – это сотрудничать не только на уровне двух столиц, при всем глубочайшем уважении, а наша делегация представлена предпринимателями из регионов и региональными торгово-промышленными палатами. И для нас было бы очень важно укрепление региональных связей. В 2020 году товарооборот между Самаркандом и Украиной составил 36,5 миллионов долларов США. По словам замхакима, эти цифры несоизмеримы с нынешним потенциалом той или иной стороны. Поэтому и создается этот форум. Сегодня Самарканд готов создать иностранным инвесторам достаточные условия для реализации взаимовыгодных проектов. Самаркандская область имеет большой потенциал для реализации перспективных проектов в ряде областей, таких как переработка сельхозпродукции, горнодобывающая промышленность, машиностроение, электротехника, пищевая промышленность. Ожидается, что прошедший форум станет плодотворным для бизнесменов с обеих сторон. Мы приехали к вам для того, чтобы показать себя. Мы занимаемся изданием научной книги, учебники, пособия, монографии и научных журналов. Нас интересует сотрудничество с вашими издательствами, с университетами, с институтами, возможность публикации для ваших ученых в журналах Украины. Поэтому я уверен, что дело за малым. Главное – найти правильных партнеров и начать дальнейшее сотрудничество. В ходе форума бизнесмены двух стран достигли ряда договоренностей. Члены делегации ознакомились с промышленными предприятиями и достопримечательностями Самарканда.